Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор заказа Faberlic, VIP-новинки, очень много новинок, итак, поехали. Доставать все по порядку, что попадется, как говорится, потому что в коробке именно так. У нас в следующем каталоге с вами выходит вот такая вот серия коллаген. На самом деле очень классная серия, я уверена, потому что коллаген вещь суперская. Цены адекватные. Дневной крем-флюид для лица артикул 1381, сыворотка бустер 1380 артикул. А что у нас есть? Смотрите, рекомендации по применению даже здесь есть. Слушайте, крема для век пока не было, значит, он выйдет. Ночной крем у меня здесь есть, бустер тоже в заказе есть. Вот, ночной нашла, бустер не вижу. Сейчас откопаем попозже, где-то внизу, видимо, валяется. Так, и ночной крем у нас 1382. Вот так они выглядят, давайте смотреть. Кстати, коробочки приходят запечатанные, вот так вот заслюдированные. Сейчас разрежем и вскроем и посмотрим. Сыворотка бустер, я вообще сыворотки безумно люблю. Формат 30 мл. Стимулирует синтез коллагена в коже, борется с глубокими морщинами на лбу и в области носогубных складок, с гусиными лапками, лифтинг-эффект, контур лица. Ну, вообще просто вот после курса должны все стать молодые очень. Состав показываю, кому интересно, кто разбирается в составах. Девчонки, пишите. Я уже вижу, что коллаген у нас с вами на втором месте. Вот так вот, интересно. Так, это что? Эффективная формула. Давайте смотреть. Обязательно по каждой серии не запечатанная ничем, к сожалению, сыворотка. Вот такая вот легкая, как водичка. Прям вот легкая-легкая. И на коже слегка подтаивает, но ощущается плотность. То есть вот ощущается плотность. Аромат классный. Аромат у серии классный. Сейчас мы еще на креме потестируем, на каком-нибудь одном откроем, а потом обязательно будут ролики отдельно по этой серии, пройдемся отдельно по другим сериям. У нас очень много, на самом деле, интересных новинок в следующем каталоге. Я взяла, мне кажется, все. А кремы приходят запечатанные, вот так как и все кремы Faberlic. Вот эта вот защита у нас с вами отламывается, да? Так, крем, он прям плюнулся, такой жиденький. Это у нас, кстати, ночной крем для лица. Давайте посмотрим. Он тоже на коже, смотрите, практически сразу подтаивает. Но вот, кстати, нет такой плотности, как от сыворотки. Очень интересно, хотя это ночной крем для лица. Не могу понять, что за аромат, но он классный. Какой-то парфюмированный, цветочный, с нотками даже свежести какой-то. Но он вкусный, он действительно вкусный, вкусный, интересный. Будем тестировать всю серию, мне уже, если честно, не терпится. Так, поехали дальше. У нас были купоны, с вами были распродажи, вообще великое множество распродаж. У меня был купон на 60% на парфюмерию, 2, еще на что-то 60, на декоративку был, 65 был на одежду, но выбор крайне узкий, вот крайне узкий. Я хотела взять куртку, я ее уже положила в корзину, на следующий день ее не было, мужскую. Давно на нее глаз положила, но пока я спала, ее расхватали, обидно. Но да ладно. Заказ, как всегда, на 100 баллов, на сумму где-то 7900 вышел, потому что много парфюмерии, много продуктов с высоким баллом. По купонам тоже высокий балл, обращайте на это внимание, кто еще их не потратил. Это достаточно выгодно для тех, кто делает баллы. В распродаже по срокам годности был вот этот спрей Dream Therapy, это любимый спрей моей дочери, она его распыляет ежедневно перед сном, просто обожает. 25,59, действительно расслабляет, вот она уже без него не может. По 66 рублей в распродаже по срокам годности. Так, дальше новинки. Новая линейка, точнее, новая, да, линейка в серии Salon Kea, скажем так. Мне последнее время шампуни Salon Kea не заходят, хотя до этого я их очень любила, просто волосы выглядели шикарно с ними. А сейчас почему-то вот пушились от кератина там в том числе. Бальзам уплотняющий для тонких волос, шампунь уплотняющий для тонких волос. Мультиколлаген, все у нас с вами с коллагеном. И для кожи, и для волос. Артикул 1283 это у нас с вами шампунь, и 1284 это у нас с вами бальзам. И в этой же серии выходит вот такая вот сыворотка крем-флюид. Крем-флюид тоже уплотняющий. Я вообще безумно люблю уплотняющие средства. Кстати, коробочки безумно красиво выполнены. Вообще безумно красиво. Вот на подарочек так прям супер. Артикул 1286. Крем-флюид для тонких волос уплотняющий. С активной формулой, видимую густоту и объем. Я такие средства обожаю. Если вот действительно состав вам показываю, серия будет выполнена.
выполнять заявленные функции, то это будет просто великолепно. Мультимолекулярный коллаген. Насыщает влагой, восстанавливает поврежденные участки, питает и укрепляет их. Давайте посмотрим, что у нас с собой представляет крем. Но я думаю, это больше, ну, вот как сыворотка такая непрозрачная, тоже голубенькая. Подушки, интересно. Слушайте, похож на серию для лица. Какой-то освежающий, парфюмерный, очень приятный аромат. Достаточно ненавязчивый, но очень красивый такой, знаете, дорого-богатый прям. Так, посмотрим на крем-флюид. Выдавливайся скорей. Не хочет. Вот. Опа, как много за раз. Такой достаточно плотный. Прям плотный. Плотный. Прям сейчас нанесу на кончики. Но под руками вот чувствуется такая текстура достаточно приятная, разглаживающая. Давайте посмотрим, понюхаем шампуни. Они голубые тоже, смотрите, как интересно. Они прям голубенькие. Тоже такая же отдушка. Приятная, очень приятная. Мне нравится, в меру насыщенная. Это был бальзам. А шампунь у нас с вами как выглядит? Точно так же. По густоте все достаточно густое, смотрите. И он такой голубой перламутр. Красиво. Мне нравится. Пока нравится, по этой серии тоже прям пройдемся отдельно, сделаем укладочку, применим все три средства, посмотрим, как работает. Так, по купонам взяла ополаскиватель для полости рта. Это безумно крутое средство в период простуд. Если начинает болеть горло и воспользоваться им сразу, ну как бы в первый-второй день, то мгновенно практически прекращается вот это все, воспалительные все процессы и так далее. Очень нравится. Девчонки мне советовали всегда, я как-то к этому скептически относилась, но на себе и на Ксюшке проверила уже неоднократно, действительно работает от воспалительных процессов именно в горле. 16-37 артикул. Здесь такой ментол-ментол, он прям поджигает, но ополаскиватель действительно крутой. Мерный стаканчик здесь в крышечке есть, удобно. Взяла вот такой чистящий крем, универсальный для того, чтобы какие-то сильные загрязнения очищать вместе с новыми губками, хотя они справляются на ура и без каких-либо средств. Я прям не нарадуюсь, у меня в постоянном использовании диск. Это вот прям самое удобное. Изредка перчатка для ванны, а губку вот я к ней вообще не притрагиваюсь, мне ей неудобно, мне гораздо удобнее диском. Но если вдруг что-то прям какое-то сильное загрязнение, чтобы особо не тереть, вот взяла для этого такой чистящий крем. 302-53 артикул. Давно его, кстати, не брала. Он с удобной крышечкой. Это такой полужидкий продукт, беленький такой крем. Действительно пахнет слегка цитрусом. В борьбе с различными загрязнениями вещь классная. Ну, я долго останавливаться не буду. Все прекрасно знаете, что... Блин, мне кажется, я брала средство с яблоком, потому что я специально не стала выкидывать предыдущее средство с яблоком. Это новинки, обновленные средства. Я не знаю, чем они лучше. Сейчас я в чеке найду. Вот, кстати, смотрите, 7919. 100 баллов заказ. Так, шампунь, бальзам, крем, сыворотка. Сейчас я найду, девчонки. Тонер у меня есть, да. Ополаскиватель, расслабляющий мист. Для мытья посуды 2 в 1, кристальный блеск. Кристальный блеск, а аромат почему-то не указан, но указан артикул 365. Да, я полностью была уверена, что я взяла с яблоком, девчонки. Вот не знаю почему, но у меня малина. А что здесь обновили, не знаю. Не знаю, гуще и эффективнее написали. Давайте по аромату и по густоте, конечно же, посмотрим. Так. Слушайте, но гуще. Фокус. Прям вот гуще. Гуще-гуще. Однозначно гуще. Смотрите, еле течет. Потому что, знаю, многие девочки жаловались в последнее время, что жидковато приходит. Нет, гуще однозначно. Вкусный малинкий аромат. Очень такой вкусненький, сладенький, не сильно приторный. А не такой вот гурманский, без какой-либо выпечки в отголоске. Прям вот малинка такая с нотками свежести. 0+, что тоже ценно. И действительно стал гуще. Кто другие заказывал, рассказывайте обязательно, как вам. Так, поехали дальше. Пошуршу. На самом деле Faberlic в последнее время очень радует, особенно участников программы Faberlic Drive. Это для тех, кто выполняет 100 баллов ежекаталожно.
За 1 рубль можно было взять БАДы. Список был широченный, молекулярные БАДы. То есть каждая баночка 1 рубль. Я их люблю, я их обожаю, а за 1 рубль это вообще шикарно. Я взяла контроль сахара, хочу пропить. У меня сахар в норме, но, знаете, все-таки возрастные изменения. Знаете, вот с целью профилактики больше. Так, артикул его. Кто еще не забрал свои БАДы по драйв, успевайте, потому что, мне кажется, они уже даже дня 2 назад начали в автозаказ падать. Но в автозаказ, это уже хорошо, 156,83. И взяла антиоксидантный комплекс. Я думала, он сейчас вообще в холодное время года не повредит тоже. Он всегда не повредит. Антиоксидантный комплекс для здоровья, для молодости, для выведения плохих веществ. 156,99 артикул. Девчонки, за 2 рубля вот такие шикарные БАДы. Это просто супер. Дальше новинки. Железо и селен. Будем пить, будем смотреть. Это все вещь очень нужная. Железохилат, артикул 158,03. Посмотрим, как оно выглядит. Запечатанные, зафольгированные БАДы. Ну, обычные вот такие вот белые капсулки. Так, будем пить по 1-2 капсулы в день во время еды. Продолжительность 1 месяц. Ну, вот баночку пропить. Я думаю, по одной достаточно. 2 месяца можно пропить. Так, дальше. И дальше у нас с вами селен хелат, артикул 158,06. Тоже штука классная. Я не буду вам сейчас про каждый БАД отдельно прям вещать. Вы почитайте, кому интересно, зачем это все нужно и для чего. Ух, этот вообще не открывается. Представляете, как запечатали. Тоже такие же беленькие. Как бы все нормально. Тоже, наверное, по 1-2. По 1, 2 раза в день. По 1, но 2 раза в день. На месяц тоже курс. Отличненько. Так, дальше. Дальше вот он как раз попался под руку. Мне еще из коллагеновой серии тонер для лица. Тактильно приятные бутылочки. Так, обычный белый пластик, но этикеточка такая вот очень приятная. Его артикул 13,93. Ремоделирование контуров лица. Но это вообще что-то с чем-то, девчонки. И здесь у нас с вами коллагена я уже не вижу. Он уже не на втором месте, да? Но, тем не менее, он есть вот где-то на 4-м, на 5-м. Тоник никак не закрыт, не запечатан. Пахнет так же, как все серии. Пахнет классно. Такое ощущение, вот, что средство для стирки, какой-то порошочек, какой-то дорогая, и плюс дорогая душка. Вот как-то так почему-то у меня ассоциация. Ну, классно, очень приятно. Так, дальше, девчонки, что взяла по купону? 60% скидка на декоративку была. Взяла кушон, но уже из серии 500 чем-то рублей вышел. Или 600 где-то так. 61,71 артикул, но уже из серии Baby Face. В том же оттенке, что и кушон ICOL. Это оттенок, я забыла, как называется, но он такой вот золотисто-песочный, что-то такое. Вот такого же цвета кушон ICOL. Мне такой цвет подходит, поэтому взяла именно в этом оттенке. Кушоны классные, они великолепные, они самые лучшие. Это самый лучший тональный крем. Но еще вот мне сейчас, конечно, концентрированно нравится Faberlic. А так это самый лучший тональный крем. Просто вот обожаю. Плотный, перекрывает все. Личико холеное потом. Ну, великолепный. Так, дальше у нас с вами новая зеленая серия. Сейчас я ее извлеку из коробки. Что я взяла? Я хотела еще что-то еще. Нет, больше ничего, наверное, не хотела. Что у меня здесь? Масло для ногтей и карандаш зеленый. Это халяль серия. Артикул 6777. Это питательное масло миндаля и черного тмина для кутикулы, крепления ногтей. Открываем. Вот так оно выглядит. Прозрачненькое, с зеленой крышечкой. Посмотрим. Сейчас вот нанесем как раз на ноготочек. Посмотрим на впитываемость, как аромат. Аромат приятный. Какой-то даже с ванилькой. Слушайте. Да, есть ванилька прям вот в аромате, очень приятный такой. Не чувствуется тут каких-то явных эфирных масел. Такой вот ванильный, приятный, вкусненький. Прям вот нравится. Слушайте, ну пока не впитывается. Сейчас вот посмотрим, будем дальше смотреть. Так, дальше у нас здесь каял. Именно взяла в зеленом оттенке, потому что у меня зеленых нет. Артикул 6776. Тоже он с маслами, тоже он ухаживающий. Такая эко-серия. Интересный достаточно. Сейчас откроем, посмотрим. Будет макияж, я вам все покажу, как он смотрится на глазках обязательно. И сводчи сделаю при естественном освещении. Смотрите, какой карандаш. То есть он не выкручивается. Здесь нужна точилка, которая стачивает корпус пластиковый. Сводчик. Ой, он с шиммером, он блестит. Смотрите, как он блестит. Масло, кстати, долго не впитывается. Он такой вот шиммер-шиммер. Мелкий есть. Но и в целом не очень броский, достаточно красивый оттенок. Сейчас в конце ролика посмотрим его на стойкость заодно. Выглядит презентабельно, выглядит очень симпатично, нравится.
Так, дальше. Бальзам доктора Эдигера. Кто не знает, на канале Фаберлик ТВ, официальный канал Фаберлик в Ютубе, есть его ролики, он очень хорошо разбирается в БАДах, и вот, видимо, для Фаберлик вместе с Фаберлик создал такую штуку. 158,02 артикул. Зачем это нужно? В качестве биологически активной добавки пищи источник схизандрина. Я не знаю, что это такое, но наверняка можно в интернете все найти. Вот смотрите, источник еще чего? Антоцинов, дополнительный источник витамина ПП. Так, принимать, по-моему, у нас по ложке, если я не ошибаюсь. Состав. Смотрите, состав. Рекомендации перед употреблением взрослым принимать после еды по одной чайной ложке в первой половине дня, то есть после завтрака по чайной ложке, растворив 100 мл холодной или теплой воды месяц. Противопоказания есть 30 порций. В общем, это на месяц. Давайте посмотрим. Вот так он запечатанный, такой полосочкой. Посмотрим, что он из себя представляет. Пахнет приятно. Я сейчас ложечку возьму. Мне кажется, он какой-то яркий. Не далее. Да, он такой вот, видите, красный, бордовый. Вот такой. Сейчас выпью. Ой, какой вкусный. Немножко что-то горчит, но прям напоминает черную смородину, бузину, что-то такое. Он вкусный. Он реально вкусный. Интересно, как. Так, а где у нас здесь состав такой вот? А вот, смотрите, подсластитель. Сок вишни. Ну, вот вишенка чувствуется, да. Плоды черники, регулятор кислотности, лимонная кислота, экстракт цветов гибискуса, экстракт плодов лимонника. Может, лимонник вот горчит. Корней горца японского, экстракт зеленого чая, экстракт около плодника, гранат вот еще может горчить, экстракт травы душицы, экстракт аронии черноплодной, она тоже может горчить. Нормально. Слушайте, вкусненько так. Будем пить. Будем пить, будем здоровы и красивы и вечно молодыми. Так, дальше, девчонки. Вот по купонам я взяла две водички, уже не помню какие, а третью без купона. А, кстати, что-то же я еще взяла по VIP-программе. И вот уже забыла. Уже забыла, что взяла по VIP-программе. Там же у меня... А, БАДы я вот эти по VIP-программе взяла. 70% скидка. Они вышли дешево, 300 рублей. И водички тоже вышли 2 дешево. А, мужскую я взяла, потому что она дороже. Здесь 100 миллилитров. Мне понравились по пробникам все три девчонки. Я захотела их иметь у себя в арсенале. Они все приходят заслюдированные и с печатью. Давайте открывать, потому что я все абсолютно оставляю себе. Ну и мужу, соответственно. Так, ну и вот. Достала, разложила. Давайте смотреть. Так, первый у нас с вами аромат Софа 3342 артикул. Мне по пробникам прям вот понравились они все. Видите, какая красивая бутылочка будет на туалетном столике смотреться прям вообще великолепно. Масло для ногтей так и не впитывается. Представляете? Это прям вот ночная история, но зато пахнет классно. Сегодня все пахнет классно. Так, смотрим. Нормальная крышечка. Ой, классный какой, слушайте. Ой, какой он все-таки классный. Ни на что Фаберлик не похоже и вообще с Фаберлик не ассоциируется, потому что вы прекрасно знаете, я ароматы Фаберлик не люблю. Это что-то новое, наконец-то начали носибельные ароматы делать Фаберлик, чему я несказанно рада. Ой, он такой яркий, они в пробниках таким естественно не были, ну потому что пробник без распылителя, а тут распылитель. Он очень классный, вот он очень классный, мне безумно нравится. Так, второй, это у нас с вами Гала, артикул 3334. Вот тут прям туго. Смотрите. Что у них за косяк с вот этими штуками? Почему они там внутри? Непонятно. Сейчас, если мужской будет так же. А вот этот вот спелая вишня. Это прям сейчас на осень. Да, они все вообще на любое время года. У меня почему-то вот сейчас я пшикнула, и первое впечатление, это вишневый компотик, это Last Cherry. Last Cherry. Вот это вот будет у нас с вами копии Last Cherry по-любому. Есть очень много общего. А, мне почему-то из пробника Ренату красную напоминала или Дезирабль, а сейчас вот именно Last Cherry. Кто любит Last Cherry, аромат, вам очень понравится. Но здесь нет такой громкой вишни. Но все равно я ее чувствую на заднем фоне. Я не читала описание аромата, я не знаю, есть ли она там вообще, но я ее чувствую здесь. Мужской парфюм 100 миллилитров, он немножко по-другому выглядит. Здесь такой темно-синий флакончик. 3268 артикула. Немножко другая крышечка. Но здесь вообще с крышкой все прекрасно. Ну да, он каким был, таким и есть. Вначале
немножко нотки, которые мне не нравятся, и буквально вот через 15 секунд аромат начинает раскрываться другими нотами, и они уже такие привлекательные, интересные, вкусные, классные. И свежесть есть, и горечь какая-то есть. Такой вот аромат мужественности. Все здесь есть. Многогранные ароматы. Все три многогранные ароматы, чего тоже я никогда от Фаберлик не ожидала. Поэтому прям вот нравится, нравится. Вот самый носибельный, мне кажется. Самый носибельный и универсальный, который большинству, скажем так, понравится. Поэтому, в принципе, можно смело брать на подарок. Так, ну и вот он, собственно говоря, каталог новинки, которого мы с вами сейчас просматривали. Заказ по 14 каталогу, новинки 15 каталога. Каталог классный, каталог суперский, будут классные подарки для новичков. Кто не зарегистрирован в Фаберлик, ссылка всегда под видео в инфобоксе. Вы знаете, где искать всю полезную информацию, она всегда там. Ну и на этом все, мои хорошие. Оставайтесь со мной, дальше будем с вами каждую серию разбирать отдельно. Расскажу, конечно же, в следующих роликах, как носятся ароматы, по стойкости и так далее. Будем делать с вами макияж, будем делать с вами уход за волосами, за лицом. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Всех люблю, целую, всем пока-пока. Ага, пока-пока. А каял посмотреть. Ой, смотрите. Нормальная стойкость, да. Фокус, вернись. Нормальная. Вот тру-тру. Потихоньку стирается, но в целом стойкость очень даже неплохая. Радует. Очень радует. Молодцы, Фаберлик. Ну все, теперь пока.